Привет, друзья! Сегодня 14 апреля. Я решила вам показать свою рассаду, как она у меня подросла после пикировки. Сегодня вот еще не поливала. У нас сегодня дождь начался с утра, и прям как-то зябко. Я здесь вот не выключала отопление. У меня такая проблема. Перегорела лампочка красная, фитолампа. Осталась вот одна там внизу на гортензии, которая светит. Ну, а здесь обычная лампа дневного света. Ну, вот включила, потому что дождь идет, солнца нету, еще затененная у нас теплица сеткой. Оставила включенным свет. Ну что, поехали. Вот они, мои помидорчики. Что я хочу сказать? В принципе, все сорта почти что вот, ну, одинаково растут. Что-то вот, вот там повыше, так там стаканчики были повыше. Я купила такие стаканчики в светофоре, тонкие, поэтому краешек обрезать там не стала. Они лопались. Так, сейчас вот посмотрим. Это вот Примадонна. Вот корни видны. Я после пикировки полила корневином. Потом я их еще обрабатывала мегафолом после пересадки, чтобы стресс снять. Вот даже мой перчик миниатюрный подрос. Я его позже пикировала. Подрос понемножку. Это сладкий желтый. Тут у меня астрочка новобельгийская синяя. Так, на этой стороне огурчики мои вытянулись. Но вытянулись они в доме резко, моментально. Ну, ничего. Вот перец. Вот перец как-то подрос и остановился в росте. Поэтому надо его, наверное, чем-то подбодрить. Так, здесь у меня вчера пересаживала с кассеты павлонию. Здесь вот побольше. Эти уже вот почти готовы к продаже. Ну, после Пасхи буду продавать. Так, это здесь я попикировала мелколепестник. Вот они мои новые цветочки. Я их привезла с Новочеркасска. Это у меня спирея. Форзиция. Но она, лист варигатный, желто-зеленый. Поэтому она будет красивая после цветения. Котовник. Вот у меня медуница, она пропала. Поэтому я приобрела еще. Черный такой темный. Молочай и розовая гипсофила. Так, у меня посылочка идет с Крыма. Ну, дня через три должна прийти. Покажу, что там пришло. Так, это астрочка уже сняла я стаканчики. Дельфиниумы попикированные, маленькие еще, но ничего, подрастут. А здесь стоит мой детский сад. Здесь гортензии, кориоптерис, флоксы. Внизу здесь тоже гортензии. Это вот стоят крупнолистные мои. Они стоят у меня под фонарем. Вот эти вот две хлорозили. Но я их обработала, и уже пошел черный лист. Так, в поселке у себя опять не могу найти хилат железа. Здесь у нас комнатная. Вот уже скоро расцветет геранька. Вот эти гортензии я уже сняла стаканы. С этих черенков я сняла стаканы. Вот они уже идут в рост. Здесь вот у меня тоже малюсенькие. Здесь гортензии, которые я сажала почкой. Не снимаю еще. Не снимаю, жду. Много перенесла в другую теплицу. В основном это хризантемы. Остальное стоит здесь. Вот у меня гортензия моя уже бутончики дает. Вот обрабатывала отли все растения. И препаратом подпалились листики чуть-чуть. Но все равно ничего, я ее уже поддержала препаратами. Вот тут, у эту тоже на варигатной, тоже у нас он бутончики. Скоро расцветут, мои красавицы. Клематисы так бурно пошли в рост. Вот.
Там у меня и монарда, вот она стоит, вейгелка. А вот кустовой клематис. Думала, что он пропал. Ну, ничего, пошел в рост. После Пасхи туда к маю начну все высаживать. Вон гибискусы травянистые тоже уже пошли в рост. Вот так моя теплица выглядит на сегодняшний день. Здесь у меня тоже черенки сидят. В общем, ступить некуда. Часть еще убрала. Вот еще вот эту кассету в стаканы попересажу. И чуть-чуть места тоже освободится. Но надо уже черенковать с улицы хризантемы крупноцветковые. Хотела почеренковать корейские. И вот мне некуда ставить. Надо опять приходить. И как эти пазлы сдвигать, передвигать. Вот такие мои помидорчики. Сорта разные, сортов много. Основное, конечно, это примадонна и мохитос. И розовый крупный, его тоже много. Есть розовый крупный, он такой, что с него семена собирать. Хороший помидор. А остальное вот разные. Понемножку есть, которых прям по нескольку штучек. Хотела посмотреть, какие томатики. Вот такие мои дела.